Здравствуйте, друзья! Сегодня я расскажу и покажу. Разберем конструкцию вот такого вот интересного девайса, который приехал ко мне. Итак, вчера я его заказал, а сегодня он уже приехал, потому что заказывал я его в Украине. На AliExpress эти вещи стоят несколько дороже. Это мне обошлось 1200 гривен, примерно 42 доллара. Итак, что же это такое? Это аккумуляторная трещотка. В коробочке она пришла, ну плохо, что не в кейсе, но тем не менее, потому и цена такая, что не платим мы ни за чего лишнее. Хотя кейс не всегда, всегда не лишний. Инструмент должен иметь свое место. Тут инструкция. На самом деле в инструкции, ну, чисто на картинках, на интернациональном языке. Эти все картинки я вам сейчас опишу. Также находилась сама трещотка. Вот в этом, в этой пупырке. В пакетике там были еще вот такие вот насадки. Насадочки самые обыкновенные, неударные, но очень мне понравилось, что в комплекте шел еще и вот такой переходничок. Это переходничок с 3 восьмых на 1 вторую, а головочки все на 3 восьмых, то есть без переходника их можно использовать. Вот. Также в комплекте были один одет аккумулятор. Один вот он заряжается, и вот зарядная от этих аккумуляторов. Аккумуляторы заряжаются, кстати, не на станции, а вот видите, просто если вставляем сюда этот разъемчик. Я думаю, станет зеленым, когда зарядится аккумулятор. Вообще эта трещотка предназначена для мест, где трудно найти место, чтобы повернуть трещоточку и закрутить болты. Мы просто одеваем ключик на гайку, нажимаем кнопочку, и гаечка закручивается либо откручивается. Сама конструкция удобная. Корпус имеет вот эту прорезиненную вставку, которая удобна тактильно. Немного, конечно, диссонирует вот эта металлическая рукоятка. Ее можно было тоже, наверное, какую-то в резинку одеть. Также на корпусе у нас имеется указатель заряда, который при включении загорается, и подсветка. Ну, я считаю, подсветка абсолютно бесполезная функция, потому как на слепую никто крутить ничего не будет. Аккумулятор как бы служит продолжением корпуса, он не выпирает за его пределы и не мешает в случае, если надо действительно куда-то залезть очень тонко. Головочка довольно тонкая, но, конечно, само тело механической части немного больше. Аккумулятор позволяет его ставить вот так, но учтите, что центр тяжести вверху, если будет небольшой наклон, наверняка это дело все упадет. Блокировочка имеется, клавиши. Клавиша выполнена точно так же, как на пневматических трещотках, только пневматика имеет еще шлейф как бы за собой. Здесь мы этого шлейфа не имеем, это добавляет удобства. Я немного попробовал ей пользоваться, довольно все удобно. Но вес, учтите, вес этой штуки, вот так вот в сборе, почти килограмм, 925 грамм. Вот, кстати, мы можем его и проверить. 960. Это, наверное, я мерил без... Ух ты. Да. Вот. Без насадочки 920 грамм. Аккумуляторы весят 159 грамм, а второй
Ну, точно так же, в общем-то. Работает она по принципу как бы нашей обычной трещотки ручной. А клацает вот эта ручка, вот смотрите. И каждый оборот это один щелчок. Если мы перевернем флажок, крутиться будет в другую сторону. Свои движения она выполняет как бы ударом. Это видно. То есть откручивать она должна эффективно. Да, забыл рассказать. В инструкции заявлено, да, и вот на коробке написано, что усилие, с которым она работает, 60 ньютон-метров. Обороты 320. Обороты у нас регулируются. Обороты регулируются вот этой клавишей. От силы нажатия регулируются обороты. И, соответственно, я уже говорил, есть фиксатор, который не позволит ей включиться, если вы несете ее в сумке, чтобы он у вас не включался, не пугал людей. Ну, собственно, сам тест-драйв будет немного позже. Я заказал динамометрическую головку. Заказал ее в Китае. Вот когда она приедет, тогда я проверю, действительно соответствует реальным 60 ньютонам усилия, которое развивает эта трещоточка. В общем, я трещоткой доволен. Рекомендую к покупке. Всем добра. До новых встреч.